Биогумус премиум качества уже в продаже. Производится специальными червями при использовании торфа и конских яблок в качестве сырья. Экологически чистые, мелкозернистые, рыхлые, воздухо- и влагопроницаемой структуры, органическое удобрение. Биогумус абсолютно безопасен для человека, растений, домашних животных и пчел. Биогумус применим на всех видах растений. Не имеет срока годности при условиях правильного хранения. Мы предлагаем биогумус двух фракций, то есть размеров. Первая 1,5 мм используется для приготовления грунтов и вермикомпостного чая. Вторая 4 мм для мульчирования растений или рассады сразу после пересадки, а также внесения в лунки при высадке растений на постоянное место. Биогумус обладает продолжительным сроком действия, так как постепенно размывается водой при поливах. Снабжает растения абсолютно всем необходимым в оптимальном количестве. Он содержит азот, калий, магний, железо, фосфор и кальций. Биогумус успешно применяется на рекультивации убитых почв. При переработке навоза червями сокращается количество болезнетворных бактерий в 5 раз, а патогенных микроорганизмов в 30 раз. Биогумус раскисляет почву благодаря большому количеству кальция. При систематическом применении биогумуса почва обогащается, становится рыхлой, плодородной и даже чистой от сорняков. Потому что благодаря уникальной микрофлоре кишечника червей семена сорняков становятся не схожими, и это факт. Биогумус также весьма эффективен в подкормках по листу. Существует немало удобрений на основе вытяжки из биогумуса. Биогумус достаточно вносить один раз в год. И еще биогумус дешевле и экологичнее любого навоза.